Салют всем, с вами Мастхэт, и Мияги и Энди Панда дропнули мут-видео теперь на трек Минор. Этот трек, который мне сразу понравился, прям залетел в сердечко. Еще отрывок, когда выложили до, я понял, вот это то, что я жду. Поэтому давайте смотреть, чекать, что да как. Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять, тебе застали, жаловался на людей. Караван горемел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, до песок глотал следы. И не надо быть тут пророком. Блин, ну вот они выпускают уже второе мут-видео, и вот как это снято, типа, одним кадром, ну это прикольно, это мне нравится, как выглядит картинка. Интересный, интересный трек, пушка. Там, чтобы понимать суету беды, сам приволок эти плечо мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, что по сути был по воды. Мои тела минут, более не жалей ты тела минут. Грязными пальцами боли не трожь мою душу недоношенную телом мину. Здесь для тоски беренит сами пульса, недоброжелатель это чили табу. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка сам в одного. Настроение лоу-фай, тело минор, как и трек зай. Понял чувства, эти подвели меня, я запомнил till we die. Тело минор, я не веселюсь, тело минор. Блин, ну прикольно, прикольно, как это снято, и вот атмосфера трека, она выдерживается. Как по мне, это вот идеальное дополнение, типа, ну вот прям картинка сошлась, состыковалась, вот как, не знаю, как пазл, как лего, ну, прикольно. Жизнь задышать полной грудью и вон. Знаю, что люди несут в своем боди грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же ронен на перепутье. Куда занесет мое дело, и кто-то счастливчик, постойте. В отражении радость, только не беспокойте. Мои тела минут, более не жалей ты тела минут. Грязными пальцами более не трожь мою душу недоношенную тела минут. Здесь для тоски беренит сами пульса, недоброжелатели точили табу. Я скоротаю те дни, что велела судьба, негодяйка сам в одного. Окей, что могу сказать по треку? По треку точно 10, еще когда я делал реакцию на альбом, я сразу его выделил, я сразу его закинул себе в плейлист и гонял там дня 2 на репите. Трек десятка, трек офигенный. По клипу, если можно это так назвать, все-таки это больше мут-видео, прикольное, выдерживает атмосферу, выглядит, ну, картинка прекрасная, мне нравится, как это смотрится, поэтому я бы тоже поставил десятку. И в целом, в совокупности всех факторов, это отличная работа, которая идеально вот подходит, что клип к треку, что трек к клипу. Баланс, как говорил Танос, превосходный баланс, да, или как там было. Поэтому, ну, вот, две десятки, это мое мнение, можете написать свое мнение в комментариях, мне будет интересно его почитать. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать стримы, новые видео там или еще что-нибудь. В описании есть ссылочки, ВК добавляю всех друзья, группа ВК «Мое творчество» и Инстаграм, он как раз еще и подо мной есть. Там фоточки можете пролайкать и подписаться, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Мастхэт, спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока.